Привет, народ, вам из солнечной Австралии. Снова мы с вами встретились в Forza Horizon 3. И сегодня у нас с вами, знаете, какая миссия? Сегодня мы будем с вами искать раритеты, потому как у нас их накопилось очень-очень много. Их у нас на карте около 12 штук. Поэтому давайте зайдем на карту. И вот смотрите, сколько у нас их. Вот у нас один раритетик. Вот давайте сегодня займемся именно поиском. Поиском раритетных автомобилей. Так, ну что, поехали. Если мы с вами на Форде Раптор. Вот такая красивая у нас. Красивая у нас такая машинка. Да. Забор обязательно тоже умею. Поэтому едем к месту назначения с вами. Едем к месту назначения. И о, вот здесь вот мы можем срезать, в принципе. Вот. И будем искать наш раритетик. Где он у нас здесь есть. А найти его не так уж просто. Поэтому нам нужно с вами ездить везде и смотреть, где здесь у нас домики есть хорошие такие. Домики, сарайчики. Вот что-то, что-то этого плана. Потому как, так, здесь у нас ничего нету. Нет, ничего. Едем дальше. Где-то должно, то ли вот здесь вот оно находится. Ох. Въехали в деревцо. Здесь вот какая-то дорога, но по идее она должна куда-то вести, правильно? Проще, конечно, было бы это все найти с помощью дрона. Везде поля. Что-то я не нахожу это здание. Где же оно есть, а? Опа, камеры разные. Реально очень сложно найти. Может, где-то вот здесь. Вот там вот я смотрю, какой-то сарайчик есть. Давайте заедем. Тут вот, наверное, он. А нет. А где же он есть, а? Вот тут вот, наверное, раритетик, да? Находится вот сарайчик какой-то. Да, есть. Вот один мы с вами нашли. Что тут у нас такое интересное?
То есть... Ага, кто первый стал, того и тапки. Посмотрим, что тут у нас. Сунбим Тайгер под капотом, 8-цилиндровый двигатель. Отлично, ребята, нашли мы. Нашли мы с вами один. О, здесь вот есть еще. Вот это собьем с вами. Опача, есть. Так, ребята, смотрим на карту. Едем дальше искать. Вот, следующее место. Так, что-то мы там разблокировали. Исключительная точность. В общем, ясненько. Ночью будет гораздо сложнее это все искать, но я думаю, мы с вами все найдем. Вот какие-то здесь дома у нас есть, нужно их... Ага, здесь мы с вами были, да? Вроде как смотрели. Здесь нету, значит, движемся дальше. Где-то должно оно быть. Нужно смотреть по сторонам внимательно. Конечно, ночь. О, немножко светлеет, вечереет. Так, здесь нету, да? Ну, где-то же должно быть. Это здание. Вот оно. Все, есть, нашли. Опа. Что тут у нас, ребята? Смотрим. Так. Не окажешь мне честь. Вау, вот это вот точило. Lamborghini LM002 должна была стать роскошной моделью, которая умеет съезжать с асфальта. Похоже, что это слишком лихо прыгало по грунту. Подвески, кранты, ничего. У нас все восстановят. Супер, ребята. Нашли даже Lamborghini такую, внедорожник. Так, ребята, едем на следующую точку нашу. Пока еще светло, нужно двигаться. О, здесь вот есть вот место одно неизведанное. Давайте сюда заедем. Как раз полюбуемся на местные пейзажи. На таком внедорожнике можно катать. Вот. А вот и местные пейзажи. Так, где тут мы сможем заехать или проехать? В принципе, можем. Так, ну чё, останки судов Silver Sands, вид, смотрим. Это пляж Silver Sands, это просто неприлично, да? С моей точки не будет на этом песке, я же его весь испачкаю. Корабли, да? Останки кораблей,
все дела. В общем, нашли мы все это дело. Так, ребят, теперь едем на поиски наших раритетов именно вот на эту точечку. Понемножку так вот мы будем их изведывать. Тут, в принципе, недалеко. Стоп. Включаем заднюю и едем. Где-то здесь должен быть раритет. Я думаю, нам нужно ехать сюда, вот в лесополосу вот эту. Так, это мы на дорогу выехали. На дороге тут однозначно ничего нету, а может и есть. Там-то мы не проедем туда, на гору на эту, да? Значит, будем искать вот здесь где-то. А здесь у нас ничего нету, значит, движемся вот сюда, может, где-то здесь раритетик. Вытащит, о, зверь. Так, молодец. Ну-ка оглянемся, здесь ничего у нас такого нету на этой возвышенности. Нету. Здесь также ничего нету, да? В общем, народ где-то там находится внизу. Вот, я вроде бы нашел это место, вот тут вот. Ух, как хорошо мы проехали. Ночное время суток, вот она. Все. Что тут у нас? Okay. Wow. Отлично, удивите меня. Воу, вот это да. Что это за модель? Buggy, так, cool. Баги, круто. Это Мейес Манкс. Мечтал Ламборгини не контакт, но потом понял, что на пляж надо на ней не поездишь. Ну да, это такая машинка для пляжа, где-то там порысачить, поконтачить. Отлично, ребята. Так, там мы все с вами нашли. Едем на следующую точечку. А следующая у нас это вот здесь. Так, ускоримся, наверное, потому как исследовать нам очень-очень много. Так. Поедем по дороге. Хорошая машинка, мне нравится. Ford Raptor. Замечательно едет. На таком внедорожнике прям хочется ездить. Set up and waiting for you. Would you like
Сейчас нам налево повернуть нужно. Три километра проехать. А то может даже и меньше. Посмотрим. Так, вот мы с вами и заехали. Вот здесь теперь нам нужно будет искать следующий раритет. Вот только где он? Загадка природы. Там огорожено, значит, точно не там. Нужно искать по правую сторону. Так, там ничего нету. Едем вот сюда. Если здесь мы ничего не найдем, да. Где-то, может, в лесах, в дебрях посмотрим. Ну, там точно ничего нету, нужно. Я вроде бы как бы уже вижу, где. Если я не ошибаюсь, то мы едем с вами в правильном направлении. Так, заезжаем. Ах ты, тут озеро какое-то даже есть. Посмотрим. Не, это точно не здесь. Видим другое место, похожее, но не оно. Так, там тоже ничего нету. Где ж ты есть, раритет? Здесь также нету, значит, нужно искать где-то в этом направлении. Здесь нету. С горы, может, виднее будет, а ну-ка. Сейчас-ка мы вот так вот остановимся, осмотримся. Но пока что не вижу. Где-то должен быть, где-то здесь. Вот только где? Точно не там. Ну, вряд ли, чтобы здесь где-то на возвышенности оно было, потому как... Не очень мне верится, что именно здесь что-то может быть. Вряд ли кто-то будет строить на такой горе.
Даже не знаю, ребят, вот это, конечно, загадка. Точно не на горе, значит, где-то должно быть... Где-то должно быть здесь. Где ж ты есть, а? Вот реально, ребята, не знаю где. Ей-богу, не знаю. Сейчас тогда придется дрона нам брать. И уже дроном искать эту халабуду. Где она там есть. Здесь также нету. Кто его знает. Короче, берем мы с вами, запускаем нашего дрона. И с помощью дрона будем искать. Думаю, быстрее найдем. Так. Полетели ближе вот сюда. Так, здесь у нас ничего нету. Значит, нужно двигаться в этом где-то направлении. Здесь также у нас ничего нету. Ой-ой-ой. Вот ей-богу, не знаю, где они его приныкали. Здесь также ничего нету. Где же он есть, а? Может, тут есть скрытое какое-то? Скрытый туннель. Или что-то в этом духе. Вот реально я не знаю, где. Ну тут мы с вами были. Вроде тоже ничего мы такого не нашли. Странно, странно. Вот. Все, есть, нашли мы. Блин, ну и заныкали его. Так, все, ребята. Нашли мы этот раритетик, поэтому смотрим на карту и его отмечаем. Он прям у нас возле носа тут. В принципе, находится в 212 метрах, а мы слепцы не видели этого. Вон он. Где-то вот, а, все, я понял, справа от меня. Все, вот мы нашли его. Так, с вами каждый день Рождество, а то, так, Астон Мартин, да, походу.
Это Jaguar, о да, это Jaguar MK2, если не ошибаюсь. Двигатель 3,8 литра, гоночные цвета, но это же все мелочи, да? Так, рядом с ним. Восстановим. Тоже раритетик такой, в принципе, неплохой. Так, ребята, ну что, движемся к следующей точке. Вот как раз достопримечательность, гора Glasshouse. Вот как раз достопримечательность с вами посмотрим. И в то же время... И в то же время мы с вами там на месте и отыщем еще один раритетик. Я думаю, последний для этого видео. Остальное оставим, так сказать, на закусочку еще на одну часть. Так, нам направо. Осталось еще немного. А вот и достопримечательность. Все, ребята, смотрим. Гора Glasshouse. Ой, какая красивая гора. Это горы Glasshouse. Аборигены говорят, что это семья. Так, там поссорилась, поэтому все смотрят в разные стороны. Здорово, правда? Да, очень красиво, конечно. Интересно, на эту гору можно как-то заехать или нет? Так, ребята. Ну чё, ищем раритет наш. Даже не знаю, где он здесь находится и сможем ли мы сюда вот заехать. Так, там по-любому уже ничего нет, но надо спускаться вниз. Где-то должно это все быть вот тут вот. Сейчас, я думаю, найдем. Так, там ничего нету, значит... Вот так вот проедем на Верочку, чтобы уже точно знать. Да, там ничего нету. Значит, движемся вот в этом направлении. Вот, мне кажется, я уже... Ой, нашел его. Так, это у нас домик тут. Просто обычный домик, да? Добро. Эй, дружище, заряженная багги Мерс готова к приключениям. А быстро как-то восстановили. Прям я не знаю, что там у них за специалисты такие. Так, а ну-ка проедем-ка вот сюда. Где-то возле домика должно быть. 100%. Едем вот сюда, может где-то вот здесь вот. Деревья какие старые такие. Так. Не, там нету, значит движемся вот сюда, где-то вот здесь. Тут как раз развязка дорожная идет, значит где-то
где-то должно быть вот тут. И скорее всего, что вот оно находится, где. Других я просто не вижу нигде. Зданий, значит, где-то вот здесь, походу, должно оно быть. Так. Нет, не оно. Значит, вот там, возле вышки. Тут больше просто других зданий я и не вижу. Да, вот. Еще и дымок идет какой-то. Вот, мы с вами нашли еще один раритет. Поэтому открываем. Ну давайте, ожидание меня сейчас добьет. Оу, ты. Вот это тарантасик. Мне что-то чем-то напоминает машина, типа построенная из дерева. Это как найти у себя в гараже, знаю так, Рембрандта, но для меня так точно. Вот интересно посмотреть, что это за машина, когда она восстановится. Просто вот хочется взглянуть на нее. Так, друзья, ну, в принципе, смотрите, мы с вами нашли сколько, 4 или 5 раритетов. Я думаю, на этом эту серию с вами закончим. Остальное оставим на потом. Ну, с вами выехали на дорогу. Поэтому, друзья, на этом закончим это видео. Всем спасибо за просмотр. Будем дальше разыскивать все эти раритеты. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если хотите откомментировать видео, комментируйте. Смотрите другие мои видео. С вами был SubZero. И всем пока.